а Новый год не за горами. И девчонки решили написать письма Деду Морозу. А что это у Мира такое зеленое тут, а? Ветрянка, что ли? А может быть, это... Василиса нарисовала? Нет. Нет? Ха! Мы расскажем в конце видео, что это. М? Да. А сейчас мы оставим письма Деду Морозу с подъёлочкой. Вставляйте. Кладите. Чё тут расцеловались? У тебя доброе утро, девчонки. Доброе утро. Это что у вас такое тут интересное? Подарки от Деда Мороза. Да? Как всегда. Что, забрал он письма-то в итоге? Да. Все, я вам оставил, да, маленькие подарочки какие-то? Да. Так, что он тут тебе принес, Васян? Давай посмотрим. Да не, ну так, давай покажем обложку только вот так, да? Что тут у нас? Четыре. Наклейки, да? Да. Елочка. А здесь что у тебя? Ёлочка. А здесь развиваем логику. Это какие-то задания, ручка, знаешь. С наклейками. Угу. А у тебя мир чего? Картин. У мамы примерно такая же. Да? Ну, конечно, другая, но это на холст... смысл одинаковый. Ну-ка, что это, на холсте, что ли, который да. рисовать? Вау, класс. Вообще, мама тоже на холсте. Чего, мама? Потому что тоже такую хотела. Ну все, раз письма забрал, значит на Новый год принесет подарки. Принесет. Да? Принесет. Нет, класс. Ну ладно, идите, давайте зуб чистить. Угу. Надо собираться. Дед Мороз, походу, дома. Смотри, какая красивая пижама. Угу. Вообще огонь. Это кто у тебя там нарисован? Единорозик. Что он делает там? Катается. Катается на коньках, что ли, тоже? Класс. Можно иметь денцом. Угу. А ты, Мир, кто у нас по знаку зодиака? Кто-кто? О, барашка. Овен, что ли? Угу. На коньках, да? Угу. Ты такая же упертая. Барашка, да? Или нет, как ты сама думаешь? А я коза. Ты коза? Козерог? Вот две у нас, да? Козочка и барашка. Угу. Вот так вот. И живем, бодаемся. Письмо. Дед Мороз, чтобы он мне принес лего на Новый год. Кого принес? Лего. Лего? Вчера письмо, да, отправили вы под елочку? Угу. А ты, Мир, что там заказывал Дед Мороз-то? Да не, вернее, просила, надо так сказать. Наклейки задания. Пенал с единорогами. Угу. И этот брелок с фигуристкой. Это у меня уже один есть, но Васян у меня его постоянно отбирает. Отбирает? Ага. Ты, Васян, что отбираешь постоянно, да, Мир? А? Отбираешь? А зачем ты отбираешь? А ты хочешь-то. Ясно. А другой брелок не будешь отбирать? Юсочка. Юсочка. Юска. Кис, ты гулять хочешь, что ли, кис, да? В подъезд сходи. Ну, пойдем. Это что это у вас тут такое вкусное? Витамины. А, Вася, что это у тебя тут? Чего? Правда, в составе самый первый идет сахар. И что? Беда? Толстый будете, что ли, думаешь? Нет. Не будете? Нет. Ну, естественно. Потому что сейчас у нас период такой, да? Осенне-зимний. Очень много болеет народу. Да. Соответственно. Нужно укреплять иммунитет, организм. Угу. Комплексно. Занятия спортом, витамины. Обливание. В смысле? Водой холодной.
Что ты делаешь, Алиска? О, что это у вас такое вкусное сегодня на завтрак? А? Каша. Каша? Что за каша? Геркулеса. А красная что такое? Малина и черника. Малина и черника. Малина и черника. Малина и черника у тебя тоже, что ли, Вася? Да. Да. Любите кашу? Угу, да. Каша это что у нас, знаете вообще? Или не знаете? Это сложные углеводы, которые вот очень нужно кушать. Потому что они будут тратиться в течение всего дня, энергию сохранять. И так влияют на вес. Как, например, печенюшки с конфетками. Угу. А где ягоды-то взяли, Мир? Я вообще-то сама собирала ягоды в лесу, пока у бабушки были. Надя, в огороде. А ты у бабушки, Надя, в огороде собирала, да? Малинку. Я тоже в огороде собирала. И ты собирала. А что там у бабушки росло в огороде? Ягоды. Ну, какие ягоды? Клубника, так. Земляника, малина. Угу. Черная смородина в другом огороде. Ага. Больше вроде бы ничего. А, и живика еще. Ага, крыжовник еще там был. Нет, нет уже, да? Убрала она ее. А, ну чуть-чуть есть. А еще у нас многие спрашивают, где у нас мама, да? Угу. А мама у нас? Вот мама у нас. Здесь с нами. Вот. Икру кушает. Все хорошо у мамы. А чаек, Мир, с чем будешь пить? С пирожным, что ли? Какой пирожный? А с чем? Ну-ка, я посмотрю, с чем у тебя тут? С сухофруктами. Что тут, курага и чернослив, что ли? Да. А ты, Вася, с чем? С пирожным? Нет, с чернослом и с курагой. Это изюм. Изюм вообще, понятно? Угу. Вот так вот. То есть вы что, всегда едите с этими сухофруктами? Или иногда все-таки грешим пироженкой, да? Иногда. Иногда. Иногда? Какой вы любите? Корзиночка нравится вам, да? Да, которая... клубничная. Клубничная, да? Угу. Какая еще там? Пирожные вот эти вот. И пирожные. В три слоя, по-моему. Три слоя. Где? А где икра? Кончилась. У кого сегодня первые тренировки? У кого, Васян? Меня. Что там у тебя будет? Сначала я, потом я. А у тебя, Мир, во сколько? В 9:20. Во сколько? В 10:20. А, в 10:20, да. С кем? С Марией Михайловной. Угу. Поедете скользить, вращаться. Угу. И программу отрабатывать. Да. А у кого у нас тут в горлышке пересохло? Кисочка. Ксюша. Спасибо, мам. Пожалуйста. Ксюша. Лашечка. Вот она. И вот наступил вечер. За окном уже темно, а Василиса все ест кашу. Наша любимая рубрика «У лифта». Да, Васян? У Курского вокзала стою я молодой. А ты кому дверь держишь, Васян? Маме. Маме? О, Кати. А, наш лифтоблок. О, мусор. Ну что, как дела? Хорошо. Как, отлично. Как настроены занятия сегодня? Хаотично. Хаотично? Котят. Вон, за мамой. Как утята.
Утятки за мной! Вот они, столичные пробочки. И вот так каждое утро, если выехать после 7 часов. Кто ты? Мяу. Кто ты? Мяу. Котенок? Мяу. Котенок, ты сегодня как потренируешься? Мяу. Молодец. Полная стопа ставится, да? Хорошо. У нас сегодня у Василисы улет у первой. Поэтому разминку мы начинаем с Василисой. Прекрасной. Или премудрая какая-то? Прекрасная все-таки. Молодец, спортсменка. Спиной побежали. Спиной, спиной, спиной. Корпус назад положи. Назад, дай ножки только переставляй. Назад клади корпус. Назад, назад, назад. Ноги прямо, да? Как мы бежим назад? Вот. Корпус положить, это не значит прогнуть спину. А корпус положить, спина ровная, а он как бы падает сюда, понимаешь? И вот так мы бежим назад. Смотри, снимай. То есть, понимаешь? Мы просто кладем корпус и бежим. То есть, соответственно, у нас получается очень быстро. Вот так мы можем делать, понимаешь? Да-да-да, клади-клади. Вот, другое дело, умница. Умница. Все ты быстро соображаешь. Ними, да, кружочек. Только боком, боком, ручки помогай. Раз, 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 раз. Раз. Важно еще делать прокруты, да? Берем скакалку, в 4 раза складываем, чтобы у нас разминался и растягивался, да? Как бы появлялась выворотность плечевого пояса, да? Да. Чтобы мы потом могли брать бильманы, заклоны в будущем и так далее. То есть лучше начинать сразу, вот с 3 лет это делать, чтобы потом уже быть подготовленными. Да, поясничку мы как делаем? Когда мы сзади смотрим на потолок, когда назад уже прогибаемся, когда вперед смотрим на пол. Прогибайся назад спину, ты вообще не прогибаешь, только вперед прогибаешься, а назад тоже уводи. Протянули вторую сторону, протянули мы, сделали, протянули туда, конечно. Молодец. Наклончики вперед, ноги пошире поставь. Хорошо, давай, сама считай на 4 счета, то есть 1, 2, 3, встать, 4, хорошо? Давай, 1, 2, 3, 4, теперь сама. Громче. 1, 2, 3, 4. Молодец. Да, разминаем бедрышки, ручки сложи на грудь. Вот так, хорошо. Да, и бедрышки прокручиваю. Молодец. Второе, давай еще разочек. Раз, два, три, четыре. Обязательно разогреваем мы суставы. Два, три, четыре. Хорошо. Поехали колени. Так, стопы размяли. Поехали подъемы на носках. Пошли. Да, очень важно пяточки, чтобы были вместе. И мы вверх поднимаемся резкими движениями. То есть вниз максимально низко протягиваем. Раз, тогда. 11, да, у тебя уже? 12. 13, пятки вместе. 14, резче наверх. 15, 16. А, давай 50. Сможем напрыгать или не сможем? Сможем. Конечно, сможем. Давай. Ну ладно, 40 напрыгали. Тоже хорошо. Молодец. Так, сейчас давай на одной ножке и на другой ножке. 22 раза на правой ноге напрыгал, представляешь? Как круто, ты вообще молодец. Давай на левой теперь пробуй. Ты ее не подгибай, так, точно так же. Корпус держи ровненько. 5, ты сейчас точно напрыгаешь. Ну, вот 7 раз напрыгала. Молодец. Все тут. Сейчас мы с тобой будем делать разножку. Знаешь, что такое разножка? Не знаешь? А я тебе сейчас скажу, ты сразу вспомнишь. Разножка – это когда мы прыгаем в шпагат. Понятно? Раз, два, да, хорошо. Давай сначала… Нет,
Сначала будем именно вперед-назад прыгать, да? Давай, поехали. Раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо, еще продолжаем, разогреваемся. Раз, два, раз, два. Хорошо. Теперь поехали поперечный шпагат прыгаем. Раз, два, раз, два. Хорошо, хорошо. Выше ножки. Умница. Молодец. И сейчас мы с тобой будем делать три прыжка наверх, третий прыжочек на выезд. Да? Ручками помогаем себе работать и внимательно попу под себя убираем. Поехали. Раз, два, три. Оп, это уже четвертый. Контролируй внимательно. Поехали. Раз, два, три. Оп. Носок. Натянут ручки поднять. Ручки вот. Давай прыгать турчики. С двух ног на две ноги. Поехали. Ручки сразу выше. Оп. Хорошо, только докручивай. Ровненько выходила. Молодец сейчас. Оп. Выезд. Вперед не вались. Макушка вытягивай. Носок разверни. Натяни. Хорошо. Иди еще раз делай. Выезд. Носок. Ручки, все контролируем мы. Умничка. Была. Давай еще раз так же делай перекидной. Колено обязательно мы выносим. Оп, вот, хорошо, за коленом пошло. Только выезд контролируем. Молодец, молодец. Делаем хороший, красивый. Оп, выезд сразу, выезд, выезд. Оп, держим, держим, держим. Молодец, умничка. Давай еще раз, Сальхов, покажи такой же. Очень крутой сальхов у тебя сейчас был. Молодец, только выезд держим сразу мы, да, ножку не подставляем. Молодец, молодец, держи. Оп, замерла. Ручки на... Давай контрольный сальхов, хороший. И пойдем переодеваться. Погнали. Оп, умница выезд. Выезд красивый. Носочек натяни, ручки. Ручки, шею покажи. Шею покажи. В ножку сядь, которой ты... Стой опорную. Молодец. Восемь, как разминка? Отличная. Отличная? Что там сделала сегодня? Хорошо. Перекидной из сальхов. Молодец. А у нас на разминочный помост выходит вторая спортсменка. Пока бежишь, думай, то есть... У нас тоже на разминку ровно полчаса, как бы грамотно надо распределить эти полчаса на бег, разминку и упражнения. Давай задом, поехали. Корпус положил и побежал. Оп, прям клади туда, как будто падаешь. Вот, молодец, хорошо, хорошо. Три прыжка, третий на выезд, давай. Раз, два, три. Хорошо. Хорошо. Ну вот видишь, нашли же ошибку. Спокойно, без всяких, то есть нормально. Вместе, вместе, вместе. Хорошо. Ну и последний раз. Давай, еще и высоко отработай-ка. Руки тоже спокойные здесь, ножки рядышком. Вместе, вместе, вместе. Ну ладно, ничего, молодец. Давай двойные турчики. Но они будут у нас здесь именно так же. Мы себя наверх подбираем. Понимаешь? Наверх. То есть мы вкручиваемся вверх. Мы не вокруг себя крутимся налево, а вверх. То есть максимально плотненько. Ножки также вот срабатывают туда, нас выталкивают. Обе вместе. Давай, поехали, пробуем. Конечно. Гораздо ровнее получается сразу. И прыжочек выравнивать, все остальное. Зачем это бедро вываливать? Ширина! Давай, чуть-чуть!
Ничего, как слезать будешь? Уже три раза хлопнула, но Ритергер затронула. Это совсем не страшно? Чего? Там низко. Нормально. Иди еще раз попробуй. Иди быстрее. Иди. Дверь удержать, ну давай попробуем. Да тебя разве удержишь, смотри, какая ты сильная. На нем не получится, Василис. Он только для повзрослей, ребят. Да. Лазишь так высоко. Ничего себе. Умеешь с резиной работать? Да. Ну вон, бери внизу, который. Показывай, как ты умеешь. Молодец. И ногой не подсмеял. Аксель, умеешь? Нет. Ну, покажи. Молодец. Ну, это не докрученный чуть-чуть. Давай, попытка два. Хоп! Выезд красивый. 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 Немножко сядь. Молодец. Вань, пока я заминаюсь, папа играет с мячом. Сколько баллов у тебя? Баллов или голов? Шесть. Чего? Баллов за что? Это я сама первая. Кто тут мешается? А? Какое видео ты хочешь снять? Ну-ка свали давай. Миру надо сейчас. Давай покажем, как она вон будет перекатывать у нас вперед сейчас. Сейчас интервью возьмем. Как дела, Мирослав, там у вас? Здорово. Мирослав, вставай. По Бильману давай, скажи, ноги и пойдем. Бедро сразу выводи туда и закрывай его, да, и бери уже под колено прямо и вытягивай. Вот, и стой максимально, еще, вот, хорошо. А Васёна у нас тем временем. Ты кто? Кто ты, Васёна? Сама скажи, кто ты. Никита. А мы сегодня с Мирославой успели поругаться.
Да, Мирослава? Угу. Почему? Потому что не соображаю. Чего? Потому что не соображаю. А что ты не соображаешь-то? Я не знаю, что не соображаю. Чего? Я не знаю, что не соображаю. И я не знаю. А кто будет знать? Никто. Кто? Никто. Лай, лай он тебя. Хотя как о стену горох, да? Да, Мирослав? Даже не в одном глазу стал, да? Такая ты стала у нас. А? Слышал? Мира? Чего? Наконец-то день закончился. Домой едем. Хотя бы огонечки. Настроение поднимаем. Ах, голубенькие приехали с тренировочки. Чё тут кушаете-то? Петушочки? Верхнего грудного отдела, скорее всего, в сторону напряжения. Да, надо помнить, что с апоневрозом широчайшая мышца вплетается в крестец. То есть это будет напряжение рук и верхнего плечевого пояса сказывается. А, как я называю, рукожопная дисфункция. Брать, ну потом немножко это все равно будет организм подстраивать. Ну что, спокойной ночи, что? Да.